Ребята, всем привет! Что надо знать по орхидее фаленопсис? Во-первых, всегда смотрите на корни, чтобы она цвела вот так красиво, бутончики все было. Смотрите на вот эти корни, чтобы они были зеленые, не пересушенные, не белые, не гнилые. Снизу тоже смотрите. Если там какие-то гнилые корни, убирайте. В воду лить всегда не сверху, а наливаем. Второй поддончик чуть-чуть налилено, третью четверть закрыли, вода постояла часа 3-4, вылили лишнюю воду, тогда нам будет цвести и красиво пахнуть. Такие бутончики орхидея фаленопсис. Дальше что? Я достал эту орхидею, купил недавно жене на день рождения. Вот, смотрите, эту орхидею купил год назад, она процвела полгода, потом выпустила еще одну ветку, вот видно, деревяшечку выпускала, плодонос, или цветонос, как это называется правильно, вот второй, это с магазина, один она выпустила, вот у нас дома, и все, больше не цветет. В чем проблема, я решил достать и посмотреть. Оказывается, много таких сухих корней. Вон, видите, тоже. Это все, вон, гнилые корни. Это все надо менять кору. Здесь вот такая кора заплесневевшая. Плохо видно. И вот такие корни я вытащил, видите. Обрезайте под секатор или можно обычные ножницы. И для чего нужна перекись. Перекись уберете, ушные палочки или просто такие ваточки, тампончики, и где обрезаетесь, по-живому не помещается, или там часть заплесневевшая, или по ним насекомые какие-то ползают, короче, подозрительный корень, вы берете, мажете этой перекисью, так прилажите край, вот в середине. Там идет началка в орхидее, вы ее достаете, она из двух частей состоит. Вот там внутри. Должна быть такая мочалочка, как поролончик. Ее надо достать, там пластмасски держат, обрезаете и удаляете ее, аккуратно вытаскиваете. Она мешает растению, там собирается влага. И всякие другие бывают, насекомые даже.